Всем привет! Это Шарлюро и левый берег. Здесь поставили такие скамеечки для отдыха. Интересный мост для пешеходов. Сюда уже стали вешать замочки. Наверное, влюбленные. Мне так понравились скамеечки из камня. Они, не знаю, холодно, наверное, будут. Дорогие. А вот здесь лежаки. Люди будут отдыхать. Я не знаю, как будут отдыхать. Я хотела там снимать, ко мне подошел мужик и спросил, работаю ли я. Я хотела достать камеру и стала медленно идти. По-французски это так же звучит. Я чуть не обалдела. Ладно, хороший день. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Тяжелая неделя. У меня была. И пойду я себе куплю подарочек. Все новое. Только насколько этого хватит. Надеюсь, люди будут бережно относиться. Хотя Шарлюро не самый благополучный город в Бельгии. Пойду в сторонку. Здесь дорожки для инвалидов. Пока все новое. И по набережной, по идее, так можно гулять и любоваться видом. Здание Фарема. Это там, где люди заставляют других работать. Так сказать, биржа труда. Но это не биржа труда. Здесь оказывают некоторую помощь, а работу ты себе должен искать сам. Таких зданий несколько, один архитектор делал. У нас тоже похоже. Пока все новенькое. Мост уже стар. А вот этот новый, только зачем он? В принципе, хватало, ну, пешеходный мост. Наверное, одна я только здесь. Как бы не плюнул мне никто на голову, надеюсь. Да, вот еще такие скамейки, я отошла. А вот набережная мне совсем не понравилась. Параллельные балки, перпендикулярных мало, а если дерево сгниет, а денег не будет его чинить. Это Министерство финансов. Это не знаю, что. Ладно, пошла я. Вот сиденье на фоне березок, кстати, пока они стоят. И урны красивые. Задумано хорошо. А это знаете, кстати, что это для собак? Здесь когда-то был кинотеатр, потом концертный зал, а вообще столько зданий сейчас носили, обновляют Шарлюро.
Закрыто. Думала, хоть витрину можно поснимать. Нет. Раньше здесь был вид на стройку. Теперь его закрыли, видимо. Сейчас посмотрю. Это пассаж. Его отреставрируют. Надеюсь. Остался один магазин, и то, наверное, не работает. Риф Гош. Левый берег. У меня есть видео прошлого года, кстати, отсюда. Это старый Шарлеруа. Смотрите, как поднялись. Это будет большой торговый центр. Я оставлю ссылку на прошлогоднее видео. Одна я такая чокнутая, наверное. Конец апреля, и в Бельгии довольно-таки прохладно. Но хорошо в том, что хорошо заканчивается. Я решила пообедать в своем любимом Эксике. В магазинах были межсезонные скидки. Вообще, официальные скидки в Бельгии в январе и июле. Эта сумка из рогожки 40 евро почти стоит. Нравятся мужские платки. Я себе, наверное, на осень куплю. Этот халатик я себе прикупила за 25 евро в магазине SA. Война войной, а обед по расписанию. Опять мне досталось только вегетарианское блюдо. Салат ассуан с хумусом, кабачками, баклажанами, морковкой. Довольно-таки вкусный, но мало. И вышло все мне зеленым чаем 7,45 евро. К моему удивлению, салата там было все-таки 220 грамм. И купила я серьги себе, Сваровски, которые могла бы купить еще зимой. Ну вот и все, такое было видео, и пока-пока.